Прежде всего, моему Гуру Пада Падме, Нитилила Правишна Ом Вишнупад Аштатарашата, Шри Шримад Бхакти Шри Рупи, Сиддханте Госвами Махараджу, я предлагаю бесконечное Саштанга Дандават Пранам, отклоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикши Гуру Пада Падме, Нитилила Правишна Ом Вишнупад Аштатарашата, Шри Шримад Бхакти Веданте, Шри Линарайне Госвами Махараджу, я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнавов принять мои поклоны. Харе Кришна. Сегодня мы послушаем читание Бхагавату. Завтра, возможно, будем изучать новое писание. Утром либо вечером. Я посмотрю. А сейчас мы послушаем о том, как Шриман Чайтанья Махапрабху не зашел в этот мир. Он не просто так приходит. До этого в Писаниях предсказывается его приход. Например, в Бхагаватам, в Пуранах, в Гранхах, в Упанишадах. Повсюду в священных трудах говорится о нисхождении Господа, о том, как Махапрабху не зайдет в Навадвипе. Указано, как будут звать его отца, мать, его супругу, где он будет жить после принятия саньясы. Обо всем этом четко указывается в Писаниях еще до прихода Господа. Когда Господь приходит, это не так, что Он приходит неожиданно. В Писаниях уже говорится ранее о Его приходе. Например, если премьер-министр приедет сюда, в Бароуд, в газетах уже будет об этом объявлено. И начнется большие подготовительные работы, даже ради обычного премьер-министра. Что говорить уже о том, когда владыка всего мироздания, Господь, нисходит в этот мир? Конечно, об этом говорится заранее в шастрах. Вчера мы слушали немного об этом. Сегодня послушаем о том, как Махапрабху не зашел в этот мир, и обсудим, какие причины стоят за этим. Вриндаван Дас Такур, день явления которого мы вчера отмечали, написал читание Бхагавату, в которой чудесным образом вознес хвалу Господу, описал его рождение. Что пишет Вриндаван Дас Такур? Порва Брахма Джанмиле, цитата. Вриндаван Дас Такур говорит,
что лилы Бхагавана необычные. Бхагаван Адхокшиджа. Что это значит? Адха указывает на то, что находится внизу. Джа указывает на наши чувства, с помощью которых мы познаем этот мир. И Адхокшиджа — это тот, кто за пределами наших материальных чувств. Поэтому он называет Адхокшиджа. Мы не можем с помощью своего материального ума и разума постичь Господа. Поэтому говорится «Аван Манаса Гочара». С помощью слов «ума» невозможно соприкоснуться с Господом. Если даже... Что говорить уже о нашем... Что говорить о нашем уме? Как бы ни были сильны наши интеллектуальные возможности, мы не сможем никогда с их помощью соприкоснуться с Господом. Даже Питамаха Брахма, когда появился из лотоса, не смог постичь Господа. У нас одна голова, у Брахмы четыре. Мы обычные живые существа, а Брахма — творец этого мироздания. Но даже он не мог постичь Господа. Он оглядывался и не мог никак понять, что же вокруг. Затем он спустился внутрь стебля лотоса. Много лет провел там, но так ничего не понял. Затем он вернулся наверх и услышал та-па, то есть тапасикаро, совершать тапасию, аскезы, подвижничество. Брахма последовал этому указанию, и затем Господь предстал перед ним и сказал «Гьянам парамагухьям». Цитата. Бхагаван даровал Брахме дивья-гьян, божественное знание. Только тогда Брахмаджа стал понимать что-то. Поэтому приводится пример Брахмы. Что говорить о нас? Даже сам Брахма не понимает истины о Господе. А мы, обычные души, как можем претендовать на это? Поэтому Вриндаван Дас Такур также говорит, если сам Брахма не может понять Господа, как же я смогу описать славу, махиму Господа? Как же это возможно? Сей Брахма Бхагавата Апана Кахила. Сам Брахма в Бхагаватам описывает, что он не в состоянии постичь Господа. Когда Брахма украл телят и мальчиков-пастушков, он не понимал, что Кришна Бхагаван, Верховный Господь. Но потом он понял, что Кришна — источник, источник его источника. И что тогда сказал Брахма? «Джананто, эва джананто». Некоторые думают, что они знают Бхагавана, говорит Брахма. Пусть думают, что хотят. Такие люди считают, ну кто такой Кришна? Играет с гопи, ворует масло. Да знаем мы его. Но Брахманджи что говорит? Пусть такие люди считают, что им приходит в голову, но я, Питамаха Брахма, четырехголовый, творец мироздания, говорю, что можно сосчитать песчинки в материальном мире, можно посчитать дождевые капли, но невозможно охватить полностью славу Господа. Сам Брахма признается в этом. Далее Вриндаван Дас Такур описывает, ради чего нисходит в этот материальный мир Господь. Вечером я спрошу вас то, что я сейчас рассказываю. Итак, Вриндаван Дас Такур говорит, «Дхарма парабхавахоя», цитата. Бхагаван когда не сходит? Когда дхарма приходит в упадок. Кришна также говорит в Бхагавад-гите. Яда, яда, хиндхармасья. Цитата. Кришна говорит Арджуне, когда в этом мире дхарма приходит в упадок, когда адхарма набирает силу, когда садху, коров, женщин притесняют, когда жестокость возрастает, в это время я не схожу в этот мир.
Для чего Бинашая Чадушкритам? Чтобы уничтожить безбожников и защитить бхакт своих преданных, поддержать их. Сам Господь говорит об этом. Возникает вопрос, что же это? К лицу Господу убивать демонов — это хорошее деяние? Ведь Господу полагается равно относиться ко всем, к деватам и к даттям, то есть к полубогам и к демонам. Ведь кто всеобщий отец? Кришна. Кришна сам говорит, «Питам асья». Он говорит, «Питахам асья джагато», что «Я отец всех», то есть и ракшасов, и полубогов, всех. Он отец абсолютно каждого. Только один Верховный Господь. Соответственно, Он один отец для всех, изначальный отец. Но почему же тогда Он убивает ракшасов и встает на сторону полубогов? Возникает такой вопрос. Почему Он пристрастен? Почему Он принимает сторону полубогов? Ведь Ему нужно относиться равно ко всем. Зачем Он убивает демонов тогда? Вриндаван Дас Такур приводит следующий пример, чтобы прояснить это. Например, если ребенок ведет себя плохо, родители накажут его? Вас наказывали когда-нибудь? Наказывали. Наказывают родители, ругают ребенка. Для чего они это делают? Чтобы пролить милость, позаботиться о ребенке? Или из-за того, что у них сердце жестокое? Конечно, из милости. Это забота о ребенке. Иначе что из него вырастет? Кроме того, у Бхагавана есть особое качество — хатари датидаи. Это означает, что Господь не просто убивает, это только внешне так кажется, но на самом деле даже гьяни восхищаются тем, что обретают личности, убитые Господом. Ведь Он дарует им освобождение, может даже подарить место на Голоке Вриндавана тем, кого Он убивает. Поэтому внешне кажется, что Бхагаван убивает, но на самом деле Он избавляет тех, кого убивает, от страданий материального мира, страданий рождения и смерти. И такое благо обретают лишь те, кого убил сам Бхагаван, а не другие личности. Кто-то может спросить, «Дхарма самстхапаная». Господь нисходит, чтобы в каждую эпоху, в каждую йогу, чтобы установить дхарму, праведность. Но зачем самому Бхагавану это делать? Он же может уполномочить других на это, попросить преданных. Например, Друва, Прохлад. Они же не сходили в этот мир. Почему им не поручить это? Брахмариши можно уполномочить. Ведь они не сходят в этот мир, чтобы установить дхарму. Например, наш Гурудев, Гурудев нашего Гурудева. Далее, Шрила Прабхупада Сарасвати Такур, шесть госвами. Они же проповедовали, разве нет? Свами Махарадж так успешно проповедовал, что очень многих привел на путь преданности. Зачем же тогда приходить самому Бхагавану, если его преданные и так проповедуют и устанавливают дхарму? Объясняется. Паритраная садхунам, винашая чадушкритам. Господь нисходит, чтобы поддержать преданных и уничтожить злодеев. И установить дхарму имеется в виду особое значение. Махапрабху, например, когда нисходит, дарует редчайшую прему, которую Брама, Шанкара, Нарада жаждут обрести. Адвайта Ачарья — это сам Садашива. Что говорить об обычных бхактах, об обычных преданных? Сам Садашива признается, что он не может дать эту прему, которую раздает Махапрабху. В Раджа-бхакте служение Радхарани в Никунджах может дать только мой Прабху Шичинандана, говорит Адвайта Ачарья. То есть Адвайта Ачарья признается, я не могу дать эту редчайшую прему. Поэтому Адвайта Ачарья водой Ганги и листьями Туласи взывал Господа, чтобы он не зашел и дал эту ценнейшую прему. То есть речь идет об особой дхарме, которая для других
установить не представляется возможным, лишь Бхагаван может сделать это. Кроме того, есть бхакты преданные, которые пока не получат даршан Бхагавана, не увидят его, не удовлетворят чаяние своего сердца. Например, Прохлада Махарадж. Его Питаджи отец спросил: «Скажи мне, где твой бог? Где его нету?» «И что, и в этой колонии он тоже есть?» — спросил отец. «Да». И тогда Хираньякашипу как ударил по колонии, и тогда проявился Хираньякашипу. И тогда проявился Нрисимхадев, Нрисимха Бхагаван Киджай. Прохлада Махарадж — это его преданный. Поэтому Нрисимхадев посадил Прохладу на колени и начал лизать его, так же, как львица лижет своего львенка. И сказал: «Прохлада, я так задержался, я совершил оскорбление. Сколько ты страдал из-за того, что я пришел так поздно?» И Прохлада, если бы не увидел Господа, то его сердечные чаяния не были бы удовлетворены. Ведь, получив даршан Господа, он смог посидеть у него на коленях. Его вылизали. Господь дал ему благословение. Или Друва Махарадж, он совершал аскезы. И когда Господь предстал перед ним в четырехрукой форме, тогда Друва Махарадж возликовал, увидев Господа. Господь благословил его. И Друва Махарадж тогда стал счастлив. И вот ответить на эти сердечные чувства преданных, кто может? Бхагаван, благодаря своему даршану, поэтому он предстает перед ними. Только Бхагаван, только его даршан удовлетворит преданных. Его чудесный облик может подарить радость преданным. И их ум преданных удовлетворится. У Кришны столько преданных, и когда он нисходит в этот мир, он дарует свой даршан им. Паритраная садунам. От чего паритрая? От чего их спасает Господь? От вирахи, от разлуки. Ради того, чтобы облегчить боль разлуки преданных, Господь нисходит, чтобы они увидели его, получили его даршан. Душкрити. Винашаяча душкритам. Господь уничтожает преданных. То есть первая причина, он дарует, он облегчает страдания преданных, и вторая, он уничтожает злодеев. Например, Равана. Слышали имя Равана? Кто-то мог с ним справиться? Никто не мог совладать. Брама не смог. Хануман, когда пришел к Раване, увидел, что его отец подметает во дворце Раваны. Агнидев поклонялся Раване. Нарада на своей вине играл для Раваны. Брама возносил молитвы Раване. Шанкара тоже был там. Все поклонялись Раване. И он даже связал полубогов и расставил по углам. И сама смерть словно была под стопой у Раваны. Настолько он был могущественный, все его боялись, и никто не смог с ним совладать. Поэтому кто может уничтожить злодеев, таких могущественных? Только Господь. Если бы Рама не пришел, кто бы справился с Раваной? Никто не смог бы с ним совладать. Или Шишупала. Тоже пока Господь не убил его, Кришна, никто не мог с ним справиться. Только Кришна. Только Кришне оказалось это под силу. Поэтому Господь не сходит в этот мир. Он уничтожает злодеев, с которыми никто, кроме Него, не может совладать. В первом рождении эти злодеи были Хирани и Хираньякашипу. Кто с ними справился? Варахадев и Нрисимхадев. Они убили этих демонов, но они не получили подлинного освобождения, поэтому родились еще раз. Как? Как Равана и Кумбхакарна. Кто их убил? Рама. Но также они полного блага не получили. Поэтому они родились еще раз. Третье. Как Шишупала и Дандавакра. Кто их убил? Шри Кришна.
И вот тогда, когда сам Шри Кришна их убил, тогда они получили подлинное благо и вознеслись на Вайкунтху в своем изначальном облике, как Джай-Виджай. Но они пришли и четвертый раз. Зачем? Прему они еще не обрели очень сокровенную. Поэтому они пришли в четвертый раз в этот материальный мир, как Джагай и Мадхай. И тогда Махапрабху одарил их премой. И после этого они стали каждый день повторять по одному лакху святого имени, кланялись преданным, на гхате месте омовения помогали преданным, брали пыль со стоп преданных, день и ночь не плакали в экстазе преданности. Хотя ранее что они сделали? Они разбили голову Нитянанды, но Махапрабху даровал им прему. Мадхай разбил, по-моему, Мадхай. Итак, дхарма самстхапаная. Господь устанавливает дхарму, ради этого он исходит в материальный мир. Какую дхарму? Цитата на Бенгале, наверное, из комментария Прабхупады Сарасвати. Говорится, что Господь... Так, сколько мы причин уже обсудили? Первое — установить дхарму, второе — уничтожить злодеев. Итак, первое — установить дхарму, второе — уничтожить злодеев, защитить преданных. Защитить преданных относится в том числе к установить дхарму. Какую дхарму? Арчана Дхьяна Ади. Бхагаван учит в том числе арчане, пуджи, дает наставление об этом. И также дарует шудха прему, то есть чистую прему, чистую любовь, чистая бхакти. Это приносит Господь в материальный мир. Обучает в том числе вайди бхакти. По всем этим причинам Господь нисходит в этот мир, в том числе как Шичинанда Нагоура Хари. Говорится, Кали-йога дхарма хоя нама санкиртан. Цитата. Йога-дхарма в Кали-йогу — это что? Нама-санкиртана. И чтобы установить нама-санкиртану, эту дхарму, Господь нисходит, Махапрабху приходит в этот век Кали. Какие еще причины есть прихода Господа? Ранее мы с вами уже обсуждали четыре причины прихода Махапрабху в этот мир. Две причины являются внешними и две внутренними. Какие это причины? Первая причина — установить йога-дхарму, харинама санкиртана. Вторая причина — даровать дурлабха прему, редчайшую прему. Ради того, чтобы даровать его один раз в день Брахма, Махапрабху нисходит и дарует раджа прему, служение лотосным стопам Радарани. Далее, какие причины еще есть? Ответить на зов Адвайта Ачарьи. И четвертая причина — постичь сладость, которую вкушает Радарани в своей любви к Кришне, постичь славу Радарани и сладость Шри Кришны. Вот эти три подпричины, связанные с Радарани, которые образуют одну четвертую причину, являются самыми главными. Ради них, ради этих причин, по этим причинам Махапрабху не зашел в этот мир. Вечером мы продолжим слушать о других причинах прихода Махапрабху в этот материальный мир.